Росин кукол дис печать периодика. Кучарь юсы, кучарь издание свался. Ну, ханьер, мон, трос, пока мон архив юсын, мон веран, куда что окшару номан употы, тажик печать на окшару употы, со вам ваня стал история, с ваня с вам базы, луна куда кашкенна кадры, луна куда кашкенна техника, луна куда, луна куда мугьёс куда обязательно. Вот, и еще, шеше мук Луис, куда Петр Первый, Сюрс, Седьмищук, как это ярдым подъезд, он, кстати говоря, указывает. Петр Первый дыря, значит, в бардачке, что он вот пресса, пресса, ведомость, ведомости газет, Сынешком Петровские ведомости, вот, и солонвал, значит, ему газ, именно что нунуколовал, кажется, нунуколовал поддержка солон реформа, кушматаны марашон, вместо сярить, тодозы, вот, и тот уж аждань соловис. Собирай уже потныку ткинкачингес. И в Иран куда что, если западный шум потныку ткинкачет его частным, частный сразу, ой, частный вот, а Ашмелен изначально соловис официальный издание. И Алина Ашмелен вот именно преобладает Карл Марашовым официальное издание, государственное издание. Вот Петр Первый счет избери старт, и постепенно собирает пресса Буднына Будныкутки и собирает Московский университет Путныкутки из газет, Академия наук, значит, Санкт-Петербургские ведомости и так далее. Собирает Путныкутки из уже частных, кстати, газет, Санишум Сумароку, Путныкутки из праздное время, журнал «Праздное время». И Нырыш БКТ, значит, вал, газеты чивал, а именно вал журнальная эпоха. Вот, собирая газеты ее с Потныкуткизы уже провинциально. Каждой губернии Потныкуткизы губернские ведомости. Таньшу Москваин, Московские губернские ведомости, Санкт-Петербургские губернские ведомости, Владимирские губернские ведомости и Ашмеяновские, Вятские губернские ведомости. Кышарин совал. Совал 1838 год. Именно та Арисян Куцке отчет шум провинциальной прессы, самой настоящей. И со газет Ашмин Генерал Будес, россиянскую, именно со Дресем, потому что именно со Бакате, Патныкутке, каждый губернин, каждая область Патныкутке, Асселен, ведомости, официозы, со как Люгатын. ОДГС официальная часть была, ОДГС была неофициальная часть. Если официальная часть была, то уж казенный, сухой, вот он указывал, марно, продвижение по чинам, и так далее. А вот неофициальная часть, вот именно материалы, статистика, история, география и так далее, и так далее. Отдел смесь. Вот. И веранкула, что Вятской губернской ведомостью, Вятской именно ведомостью, вал ОДГС, это был самый дещ ведомость, интересный вал. Свои веразы, да. Кстати, именно Савакуте, татын ссылка инвал, Вяткаин, ссылка инвал, Баджим, публицист, философ Александр Иванович Герцен, как раз совокотывал. Вот, и со Пыричке сразу, Пыричке со газет Борды, организовать карны. И, кстати, ко Герцен Чарыч Верало, как журналист и публицист, что, значит, основатель вольной прессы за рубежом, Лондоном. И Малако говорило, что вот тогда опыт собачтизывает, а ты нарич бачтизывает опыт. Кажи, куда под тын, кажи, как коронавар организовать, значит, газеты, да, вот. То Коньяков сразу Кошкиз, Мукет губернии, Владимир, вот он тоже ужас, значит, газеты. А вот Мурте Шарыш Марзе сопустись. А вот Мурте культура Шарыш? Ну, что малые народы, что, значит, у них своя культура, у них, значит, и свой Янгоште, значит, с позиций демократических, позиций Гоштеса. Ну, Адемёст, передовой Адемёст, хотя я западник, но тоже мой Гоште, и так далее. Свои тоже веранкулы. Кстати, и Коньякову Сасову даст ссылка лыкты Салтыков Щедрин, тоже ссылка инлуя. Сокусовал, сокусовал Щедрин, сокусовал только Салтыков Гене. Ссылка есть Кошкамедбере, в Петербурге со, под ты вот книга «Губернские очерки». Что как раз Герджамын, Ашме, значит, Интио сын, типа жё сын и так далее. И Гоштейн и Щедрин, собирал весь Салтыков Щедрин. Кстати, как раз татын Салтыков Щедрин, татын ссылка индыря, тачил икте картенис, уже выль картенис, Пушкина, бывшая Пушкина, Татьяна Ланская, значит, Пушкин Куламберес, обузе генералы Ланской, генерал Ланской тачил икте
по служебным делам, значит, по военным делам Вятки и Татынцев, Вятка и Пушкина, Кемагина область, Кенгаас, значит, воевались, помечки, кстати, Салтыков-Щедринен, помечки, и даже, конечно, солы юрте, чтобы иметь свои возгешусь вертны, значит, лазезы. Значит, Вятские губернские ведомости, сяная ПТ газета, Вятский край, первая частная газета, под Накутке, на ресеты БДС России, России на ресеты крестьян газет, под Накутке даты нашмелен, Вятская газета, и вот он туш трос, кстати, печатался обычный крестьяньос, обычный улыщиос, и сокут Алишком вот внештатные авторы сокут Росвалинсоос, и вообще-то грамотный Владимир. Вот. А кин-то Вятская газета шуйду? Вятская газета. Кин соборден уже, сое, кислый издатель, редактор. Сое подпис земское управление, земство. Mm-hmm. И вот он вал тут инициатор замарашивал, вал сыше Авсентий Петрович Батуев, глава земства, Вятского земства, тут что грамотно, что даже, значит, и сон книговостно, потому он юрист по образованию Казанского университета, потому он, и вот слушай, передовых взглядов Вадим Ивал. Соберем под Накутком, ГЭД газеты, и так далее, и так далее. Кстати, Сарапул под Накутке, Сарапулский уезд Валовей, именно Молодцев на территории современной Удмуртии, именно Сарапул под Накутке с газет. 96-й, по-моему, год, да, под Накуткой Сарапулин, именно Мала Сарапулин, не Швом Глазовым там, да, не Ижевский завод, а Сарапулин, потому что город был купеческий, вот он, что мне была торговля, значит, пароходство и так далее, и вот он был трос купецёс, а купецы куловал рекламный газет, частный газет, вот товарищ Вазьматин, да, вот, и под Накуткой уже типография, и под Накуткой газет коммерческий Сарапульский листок объявлений. Вот что на речи из газет Луя Кудис, значит, ашме современный Удмуртин под Накуткой. Раз это Удмуртия Суло, значит, Удмуртия Суло все равно, Бастева, Двич Гачерева Стына и так далее. И соку навал зол христианизация. Ой, и, а чтобы ну, христианизация, луну кулек шкена, значит, ну, во-первых, Удмурт Кылын, ну, куле, значит, проповедь на ове, вот, луна куле, книга ов Удмурт Кылын, и, а соку, даже Ивал Найко, письменность, ну, то есть кому, что письменность, вот тоже, значит, гордячка мын, черкен, христианствуен, и Пуса Григорович, именно с целью христианизации под те нарисеты грамматика с 1775 год религиозной книговоз под то, потому что именно куловал ну на христианизации таня что удмуртиос табаря удмуртиос осёс на куткизы под тем что вот именно через русскую культуру шум вот и тут трослечте переводческая комиссия Казанин вал переводческая комиссия и вот он кстати Ужан кутка удмуртиосна, танишь, ну, нырещик, самый тростащий язык, конечно же, пресса, мордочком панна, лечтиз тустрос Иван Яковлев, тустрос лечтиз Иван Степанович Михеев, вот, кстати, нырещет шуком, нырещет самое, нырещет и периодическое издание, сол, его удмурт кылын календарь, куда спотны, по тысяч, тысяч, щурс, укмус, щу, нелетый арын, календарь на 905 год. Собирай под наши стоит. Удмурт Кылын, календарь. Удмурт Кылын, календарь. Все под Михеев. Все был узор Ями, купец, он был Валасас Параклисы, тоже грамотно Ями был. По-моему, купец второй гильдии, наверное, был. Вот. Первый каевал. И вот все под тын, куда Удмурт Кылын, календарь. Собирай под Накутке, под Сойк под тын, Сором под тын, Яковлев под тын, Удмурт Кылын, значит, учебники вас. Танишем под Накутке учебник для чтения на удмуртском языке. Михаил Ленсов учебник подпис даст водик издание подпис. Причем сюда же даже Японии, по-моему, будет соучебник. Окчина, окчина, вы. То есть, вот, дочтизы, вот, трос, дочтизы. И вот под Накутке книга вас, значит, учебники вас. Учебники, молитвенники, шум тоже под Накутке, ну и так далее, и так далее. А самый нарисчатый газет под Накутке, нарисчатый периодический газет под Накутке, целуя «Вести с войны», «Война и сивор», «Щурс укмущу, да светит ярын вяткаин», «Война и сивор». Собирая под Накутке, СССР газет «Вылисин», «Новое око», «Кычары»,
Но октябрь революция ажинайко. Да, вылесен, собере город Гырлы под Накуткой и так далее, так далее. И вот Удмуртиос уже Веречко журналистики вот, под Накуткой, там что и Верещагин под этим, да, вот, собере и так далее. Вот. А вообще же первый нарешетный газет партийно-советской, тут точком стол Луэ Гудери, Гром газет, Гром Первый, ой, стол Луэ нарешетный партийно-советской газет. Трофим Борисов, вот, ужас, кстати, Кузи Байгернова ужас, вот, нарешетник номер 1 под Тесо, Кылбур, Шундыр Ужалос, вот, и трос материал горшты, горшты трос материал горшты, фольклор сериз, педагогика сериз, образование сериз, удмурт культура сериз, тустрос под те материалы берлона, со горшты, бдесу лонас, гердезас удмурт газетен, со трос мукетен дьосы на горшты очкиз, со волоковщин-то журналист, публицист тоже, со им верочки гез, да, шуком вот, нарисит там поэт, зол, со волоковщин публицист, журналист, со горжячки «Малмыска правда», «Комиму», значит, журнал «Нива», журнал «Красная новь» и так далее, и так далее. Вот, то есть шевался, в общем-то, и журналист, журналистика Бордын ужас. То есть, в общем-то, удмурт журналистика, она история, в общем-то, узыр, и вот трос, наверное, калыкёс, пырички-зы. Вот ажи удмурт пресса. Пресса Луис, Паты, значит, и Алина Ажиксо, Алиашмен. Мон писал ОДГС, самый есть газет, в общем-то, удмуртинцы, удмурдуне, верасал, что даже удмурт, удмурска правда, висячке, ксикен сумармезывань, ну, что человечности замаравань, ксикен трос, портем, что-то материал живой, интересный, и так далее. Хотя политика сериалась, хотя газет свечка общественно-политическая, но ашмос и чьи-то гужачком политика сериалась. Кычо уж пумьёс, жутичковал, вот нарешеты удмурт газетё сын. А, вот они, война ищи вор. Маршарыч гуштовал отын. Конядями фронтын брис, конядями кычо операциос, военные али орчизы сошарыч гуштамын вала. Выльщинын, маршарыч гуштовал сос, мартун сыко потывал сос. Самый главный рехренес луэтаче. Нарешеты со авториос, редакториос, гожеловал ашмелен шуресмы, ашмелен значит, дюч калыкеучке направлениями, значит, партиян трошечке направлениями, и мис, вот, то есть не отделиться, что мне, значит, кшикена индивидуализма было, а вот именно вот милямотын интымышца. Все, наверное, главный референс. Ну и, конечно же, это со удмурт тема, со Шуин, да, что значит, удмурты султы, султы, давайте Пырячко, мы то улоне, гажалом удмурт калым кылмес, были улона Пырячком, пеймытес, пеймытыш, потом мы шундио, квазе, потом мы, вот сише, наверное, вал, референес, трос. Ну, конечно, трос гажалова, например, фольклор на вашем, педагогика, фольклор, значит, кумушкавал его на шуса, божеловал тоже, шеосновал, санитарный мармез, значит, гигиена шарей, потому что трос волна, а я мез, куда-то, и еще на вашем, там, наверное, ашмян, шум, ашальчелки, коня вырез, этот, зрение, этот, где шуда, ну, Тросес вал, шевещен, синий сын гердячками, да. И вот со сериж материал, трос потовал, значит, и гигиена сериж. Вот. И просто, конечно, хозяйственный нормально сериж. Вот. Ну, кстати, трос вал перевод ясно. Вот, особенно, конечно, зол, что ты на решете революция. Вообще, что 1905-1907 год, собородочен, конечно, подъем. Потому что, со, а для меня, ты, бурдяты замарашу, вот, и именно Ваньше Ленина выражение замарашу, цитаты, что в это время многие-многие рабочие, крестьяне пристрастились к печатанию, значит, появилась страсть печататься, вот, и соку удмурт кылым, например, потом перевод ёс, потом, значит, революционный перевод ёс, там, что Марсельеза, перевод удмурт кылым,
значит, прокламацию удмуртского патнокутка, то есть перевод ее, дюсь колыш, перевод ее, значит, совершенно революционный, колодники, значит, вот Марсельеза, что, ну, мукет, мукет, значит, революционный крызян ее, потом, собери под те удмурткалын, не решеты под те удмурткалын, якобы под те крызян ее, удмурткалын крызян ее, потом. Дальше, кашкана, подпольное издание, например, там, Кузебай Герд, дешецковал, семинариен, Кировской, значит, области. Потом потела подпольный журнал «Семинарское перо», потела сочи парички сразу, посланвал псевдоним «Третий лишний», «Такой-сякой», шева потевал, «Отец Гожья», то «Мановочи парички», шуса. То есть уже вот до сидим «Арес Аями», «Кутке Гожьячкины», «Ше издание». Вот. Мукет потовал издание, ясно. Среба Собревич, Лунокула База Кашикина, там шум вал, семинариос, значит, Казанин, учительская семинария, Сере Карлыганын, значит, вот потны кутко образованный удмуртиос, и Собревич, конечно же, Пыричко, литература, журналистика, вообще образование, шум, посвятительство Пыричко. То есть кадры остатун уже потом, а потом. А Совето Союза журналистика кызяжинскис, удмурт журналистика. Вот они ми верамны, гудри газет, удмуртская правда. Значит, ваймис, ну, газеты ос патны кутко, трос газеты ос патны кутко, Октябрьская революция бере. Сам удмуртская правда патны куткис, как раз щурс, Укмысю до сиземеты арещан потнекутку из Москвы правда, Нарисовичкевал, Ижевская правда, со бушьячка лизна, со не мыслю, собери от Москвы правда, Луиз, вот Алима, 1950 в каком-то году, по-моему, от Москвы правда, Луиз. Сарапул, и собери потнекутку районный сын. Вот самое интересное, что я знаю, районный газет, и когда кто дымался потнекутки из районной газеты, потнекутки из в конце 20-х, начале 30-х годов, любой башни районной газеты, вот, ну, что мы, издается там, значит, ну, там, шум, с 34-го, 33-го года, маленькие грязячки мы. А второй шкинкулы, шуковый, значит, шкинкулы исторический, потому что марсовал совакыты, а совакыты вал коллективизация. И чтобы, значит, балыктыны, значит, гердяны, то вот, а уж пумен, именно вот сон вообще-то давал инициативе Сталинлен. И вот потнекутко каждый район, ну, потнекутко районная газет. А таручка яйко, поте районная газет, будет шум рассеян. Каждый район, чтобы на куле, во-первых, кадрес, чтобы на куле типография, чтобы на куле, значит, ну, а я не понимаю, вероятно, типография, здание, кашкена куле, бумага куле, Умана куле. И таручка яйко, а если бачим каждый район потнекутки, коня куле свое средство. И вот, и, значит, вальше роль газеты, на самом деле, вот, значит, тур золвал, значит, газеты, значит, и свою учковал. Мы начнем уже районной газеты, боди районной газеты, о рассвете уже мы, и соврес методичко, масса районных газет, и если-таки тушатаны, Туе районный газеты Исоку, да, советская вакадырия. Советская вакадырия у меня гесвала, хотя шукому цензуровал. И они даже администрация, районная администрация, возёс, как пресс-служба возё. Ваня Звучко, там, что, например, играет даже учко, чтобы под тыны, значит, печати, светлый путь газеты есть. Вот он администрация научконай, вот там кудзе можно, кудзе материалы, Марс уже создает это. И кашкана Борис проблемный материал с Борисом. Во-первых, газета Арипоте, когда пол поте арняла буде, когда поте как пол арняла буде, да, поте. Просто, а что поте вал, куин пол поте вал, и коня вал тиражный бачим вал, свой. Самый шучий вал золотой век, шум печати, гласности, совал сюрс, Укмущу, укмустон, одигеты, кюнеты, арьосы. Танец, что он миллионы тираж ёсывал, аргументы и факты, 33 миллиона экземпляров. Кому квин миллион экземпляров подтвердил. И Комсомольская правда, тут же бадим экземпляр. И как издание, что резы, книга Гиннесса,
как самые многотиражные газеты в мире. Когда суку тросы делал? Удмуртин с Яросыч газетес на суку туш тросы. Да, конечно, мукет был абсолютно. И когда кезна тот уже ужавал, трос был журналистес. Отдел ЕОС был, отдел писем был, отдел сельского хозяйства, отдел культуры катынке и так далее, и так далее. То есть абсолютно мукет было положение. Али калык толичком, там, потыс, тем более интернет, потыс, да, значит, тавери калык и чилыдички, книга на туже и чилыдже. Сон абсолютно мукет мэрэмэс, сон мукет вкусэс шум, да, мукет сон мэрэмэс, вообще в целом бы. Удмурт, журналистика кадры есть дащан. Вот. Кусок, лдис, кытыщен, ну, тани ты верады, нарешет ты журналисте, сос вал... писательёс, тросес, можешь уйти. А вот куни мечты с удмурт журналистёс ты дощаны кутскизы марбор дощенцо потис, кажи кулдис. Ну, удмурт факультетын вал аж до кутки специализация журналистика есть, специализация. Иван Васильевич Тараканов дырян айсу, собор дощен кутскиз, собере... Собираем миля микутки малпачканы, уште наше специальное уже отделение, значит, журналистское отделение. Для пермиса уште мы аспирантуре там берем, и уште мин этот щурс укмустон укмус не лето ярын милям из отдельный факультет журналистики. Но веранкуле, а что даже вал отдельная группа на Удмуртской журналистская. Тары вообще улыбка не удмуртилась, у моей улыбки. А ты как удмурт журналист все-таки? Все, потому что все-таки, а лишь ну, конкурс берет, удмурт журналист все скажешь потнукуле, гурт лишь потнукуле, прежде всего. Вот. А там конкурс, балиос, лумбастинкуле, ЕГЭ, там прочее, прочее. И пернился и Луисик Кадгес. Ну, скажи, когда нам Кадгес, ну, куда, конечно, политика. Ну, вот в школе еще раз, то тоже ичи. Вот. Ну, наверное, вот мы факультет ищ потом, филология факультет ищ потом журналист, конечно, от ТРСС. Сос мой тогда вот мутклэс, а со самый первый, клэс первый, конечно, уж журналистика, вот ищ трос потом. А вот все проблема, что миллиам факультетын, вот мурс студентёс, тужно ту речи, все проблема. А что трос гэсвал? Ты ощутился на щерике, а тут щерики аны, но кшеке щереми свера нес, но вераны богатые шкоды, я рады шкоды. Но швала печатин журналистика, кшеке, но вот шей не мечты с жанр мадюс юсын кшеке, шакычкать. Ну вот шакыч валук. Со асу кукол дис, асу ажвила и вала, не кшена. Ай, садок тот, ну, вообще-то, соку и чи щерики аловал. Улон, ну, потом кутки были этот, на решетый престашком, соку серики андреевал, соку серьезно вас, политика, марно, пожалуй, культура серии. Вот. А вообще веран куда, что удмуртился я рато серикены, это не аж меньше, лапшу педунь мынова, наверное, не случайно. Вот. И юмор ёс, юмор танцом, конечно, шикыч, так далее, юмор резкого, потом отрос. Союз веранку, да. Ну вот, мы с Озиг не бросал. Монтаж до что ты так? Тау, Озиг, так ты пан. Ладно. Тау. Дечь, ладно. Ну, дечь.